В Волгоград приехал цирк Юрия Никулина. Организаторы обещают грандиозное представление, которое развернется сразу в трех стихиях – на воде, в огне и в воздухе. До начала представления с артистами познакомилась и наша съемочная группа. Артисты цирка Никулина в предвкушении премьеры. Макаки резусы оттачивают выполнение трюковых номеров. Попугай Ар упражняется в акробатике, а кокоду в пародии на сидящих рядом Валерия собаках. Как собачка лает? И только крокодил Гриша, кажется, совсем не волнуется, переваривая съеденный на медне обед. Уже в эти выходные всем им предстоит выйти на общий мане, чтобы поразить волгоградцев своим искусством. Сегодня монтаж арены в полном разгаре. Цирковые артисты проверяют работу шикарного 500-килограммового занавеса, сшитого для представления специально на Мосфильме, устанавливают свет и тестируют работу фонтана. Его струя будет бить на 18 метров в высоту. Оборудование мы привезли в ваш город на 7 больших грузах. 40 тонн новейшего светового, звукового оборудования. То есть все последние новинки, которые есть в мире, сейчас собраны, представлены и будут работать в волгоградском цирке. 70 тонн воды будет находиться под манежем. Каждое представление, обещают организаторы, будет похоже на маленький спектакль. Недаром шоу «Воды, огня и света» называют лучшей программой Росгосцирка. Для каждого артиста пошиты специальные костюмы и даже сконструированы средства передвижения. Детей порадуют смешные клоуны, иллюзионисты и эквилибристы. Кстати, по традиции цирка, малышам до 5 лет вход бесплатный.